Девочки, всем огромный приветик. Хочу вам показать свой заказ компании 13 Aeon 2016 года вот по такому каталогу. В этот раз меня заказали такой замечательный наборчик мужской Elite Gentleman и два наборчика Avon Home. Вот сами видите, что в наборе: туалетная водичка и дезодорант. А тут туалетная водичка, дезодорант и гель для душа. Ну, в принципе, больших скидок на эти наборы не было, но, как всегда, скидка была. Вот одна клиентка целых три набора заказала, видимо, на подарки кому-то. Также в моем заказе вот такие Today духи в меньшем формате, 30 мл тут. Они есть 50 мл и 30 мл, вот она взяла на пробу себе. Так, среди духов еще у меня две туалетные водички, такой вот Summer цитрусовый и Пурбланка. Шарм, сиреневая Пурбланка. Хорошие цены на эти туалетные водички. Обратите внимание, кому нужно. Также в моем заказе Incandescence большой, тоже по хорошей цене. И лично для меня, как бы подарок за 30 гривен. У нас такие условия акции в Украине проходят. Набираю на 800 гривен по заказ по каталогу, и в следующий раз имею возможность вот заказать такие духи. Ну, каждый раз это другие духи. В этот раз это Persil Dev за 30 гривен. Очень классное предложение. Не знаю, как для России, но вот в Украине такое предложение у нас проходит. Еще в моем заказе тональный крем матирующий. Порцеляновый цвет. Кто не знает, цвет средний такой. Тон немножко желтым оттенком. Мне нравится, что он не с розовым, а с желтыми. Себе тоже именно в этом цвете беру всегда. Так, это масло для снятия макияжа. Честно, я не в восторге от этого масла, но кому-то нравится, это же дело вкуса. Еще у меня вот такой лосьончик для тела, цветы сакуры в заказике. Так, крем для ног в новом дизайне лаванда. Очень хорошая цена на этот крем, потому что тут идет 150 мл. В обычных тюбиках всего 75. Так что обратите внимание, так вот выгоднее покупать. Также хорошая скидка на серию Planet Spa. Именно там какие-то скрабы, маски. Отдельно страничка на это выделена. И вот я решила попробовать восстанавливающее, очищающее средство для лица. Но, видимо, оно по типу скраба, потому что я вижу вот тут вот точки, как скраб. Так. Аромат очень сладкий, такой восточный. Сокровище пустыни, кстати, серия называется. Красивая упаковка такая, богатая. Так, маленькие духи Incandescence также в моем заказе. За 99 гривен по скидке. Это вот тени для бровей в темном цвете. Уже не первый раз я показываю именно эти тени в темном цвете. Одна клиентка у меня их постоянно берет. Очень мне нравится. Внутри идут тени и воск. Вот смотрите. Идет воск и сами тени. Так, еще в моем заказе было много тушей. Две туши акцент. Ну как много? Четыре. И две туши супершок. Больших скидок нет на них, но как обычно. 65-70 гривен. Так, и два лака для ногтей. Лак Инсприт Ирис. Розовый с шиммером. Такой холодный розовый. Ну, красивый цвет. Думаю, клиентке понравится. И Шар Цитрус. Шар Цитрус сейчас вам покажу. Сама не помню какой, но вот, смотрите. Цитрусовый, матовый, шиммера нету. Нежный такой. Как будто насыщенно-персиковый цвет. Так, еще себе взяла вот такой вот бальзамчик с ароматом дыни, потому что очень люблю дыню. Мне кажется, должно быть классно. Классный аромат. Надеюсь, очень. Так, еще пробники. Пробник помады. Заказан. Несколько пробников духов. Новинка, которая появилась. Так, 4 пробничка духов. Вот.
Также с распродажи, с интернет-распродажи опять-таки я взяла карандаш «Стрелы Амура». Он еще есть в распродаже, вот черный. Я уже о нем говорила, очень мне нравится. Запаслась. У меня уже их несколько. Так иногда беру, пока есть, потому что их потом просто не будет. И не смогу купить. Так, я хотела вам показать. У нас вот такое вот предложение в Украине. Если с некоторых страничек приобрести продукты, можно заказать два любых товара сюрприза. Указал код 7777. Всего за 10 гривен. Ну, конечно, я заказала. И вот что мне пришло. У меня было две возможности. Пришел крем для рук в старом новогоднем дизайне. И бальзам для губ. То есть это самые дешевые товары. То есть десятку им цена, оно так и стоит. Ну, 15 пускай. Так что то, что они тут рисуют, я сомневаюсь, что кому-то придут духи, тушь и все такое. Вот сколько тоже знаю, всегда приходит то ли какой-то гель для душа, то ли шампунь, то ли крем. Но самое дешевое. Так что ради этого не заказывайте с тех страниц, оно того не стоит. Ну, просто меня клиенты заказали, была возможность, потому я взяла. Такие вот продукты. Так что большой выгоды тут я не получила. Они старые коллекции, с распродажи. Недовольна я этими товарами, честно вам скажу. Так, следующий каталог у нас будет вот такой вот. Через один вот такой красивый. Бирюзовый, новые духи какие-то, супер-пупер. Ну, что вам еще показать? Пакетики в новом дизайне у нас появились. Вот такие вот полосатые. Бирюзово-розово-белые, большие и маленькие. Ну, какие-то брошюрки, распродажа, как всегда. Пришел мне также про новый клуб. Какая-то брошюрка тоже. Я собрала бронзовый уровень в этот раз. Мне зеркальце подарили. Ну, в принципе, могли бы что-то и получше подарить. Это вот, видимо, на следующий раз пришла уже брошюрка по клубу. И мини-каталоги вот такого дизайна у нас будут. Ну, в принципе, все. Да, заказ небольшой. Надеемся, в следующий раз будет побольше. Всем пока. До скорых встреч.